Росіяни завжди тільки і істерять, кричать, як навіжені, та погрожують, коли Україна захищається, коли їй дають для цього зброю. Так було і з хаймерсами, танками, атакамсами. Хочеться, щоб так було і цього разу. У них крики, а у нас дозвіл бити по РФ. Вот эти споры о том, разрешать, не разрешать ВСУ, киевскому режиму применять западное оружие по регионам России, мне напоминают их дискуссию о том, давать танки «Леопард» и «Абрамс», не давать. И то же самое, Берлин-Вашингтон. Мы должны для себя понять, решение практически принято. Россия и Беларусь провели и проводят до сих пор учения по применению нестратегических ядерных сил. Это несколько, нужно признать, отрезвило Запад, и разговоров о введении своих войск на территорию Украины стало поменьше. Более того, пошла утечка, что на предстоящем в июле юбилейном саммите НАТО может быть даже записано, что силы НАТО свои войска не направят. Но они не означают, что отказываются от попытки нанести поражение России. Нокаутом, по очкам им все равно. Что это, вот эта карта означает? Они готовятся к массированной террористической атаке по внутренним районам России с применением дальнобойного оружия. Я совсем не удивлюсь, если к осени встанет вопрос о том, чтобы Украине все-таки поставлять томагавки. А я напомню, это американские ракеты, их тысячи, которые могут лететь, там у них разные модификации есть, на 1000, 1500, 2000. Эта дискуссия ведется где-то особенно активно с 23-го года. Американцы говорили, да нет, да вы что, да никогда мы не дадим. Мы помним, что то же самое говорили про танки, про другие виды вооружения, про атакамсы тоже говорили. Дадут все. И это надо понимать, просто на разных этапах. И к этому надо готовиться. Почему их так озаботило на Западе и на Украине, кстати говоря, назначение Андрея Белоусова министром обороны? Не поняли, что четкий сигнал, Россия готова играть в долгую. Она готова вот к этой, к этому длинному противостоянию, как здесь сказали, именно с НАТО. Погодьтеся, сам факт того, що в Росії заговорили про затяжну війну, вже дисонує. А як же 3 дні? Чи всю Україну захопимо за тиждень, місяць? Насправді ж їхня істерія з приводу західного озброєння цілком логічна. Перше, вони дійсно бояться ударів у глиб Росії. А друге, такими нагнітаннями вони хочуть виправдати свою агресію. Начебто це Захід не хоче припиняти конфлікт, а отже війна буде затяжною. Тільки я нагадаю, що в чужу країну вторглася Росія. Я включусь в дискусію о том, як треба побіждати по очкам или нокаутам. Все дело в том, что нужно понимать, с кем мы воюем, в общем-то. Если думать, что мы воюем с Украиной, то тогда побеждать по очкам, наверное, было бы позорно, как-то неправильно и так далее. Но воюем-то мы не с Украиной. Украина – это красная тряпка, перед которой нами, перед нами, как перед быком, размахивает тореадор и думает, что мы вцепимся в эту красную тряпку, чтобы потом воткнуть нам шпагу в шею. Вот что происходит. Поэтому отвлекаться на таким образом и залипать на Украину и думать, что вот здесь победа любой ценой нам не стоит. У нас идет война. И вот здесь уже не специальная военная операция, а именно война идет с НАТО совсем. И это война гибридная, многосторонняя. Мы видим, и в экономике она идет, и в информационной сфере, и в культуре, и где угодно. И вот тут, как говорится, и по очкам победить не зазорно будет. Главное, чтобы победить. Нормальною мовою це означає, що програти Альянсу не так вже й ганебно. Тобто пропагандисти вирішили таки підготувати росіян до майбутньої поразки. Ну от, а для нас это что означает? Эти все, они между собой могут ругаться и спорить сколько угодно. Передавать оружие, не передавать, разрешать использовать, не разрешать, заявлять Столтенбергу или не заявлять. Мы что, будем сидеть ждать, пока они там определятся? Может, там пора какие-то первые шаги делать? Если бы на Украину перестали поставлять натовское вооружение, война бы закончилась нашей победой, я думаю, в течение нескольких недель. Рассуждают они на предмет того, наносить удары вглубь Российской Федерации или не наносить. Они пытаются, наверное, приподнять какую-то цену свою на дальнейших переговорах. Но мне кажется, что они все-таки пытаются Россию подтолкнуть на какие-то более решительные действия, а Россия как-то не поддается на провокации. А на какие? И они какие, уже думают, Александр Николаевич? Ну, я думаю, что если все войны исторические показывают, для того, чтобы победить армию противника, надо взять его столицу. Поэтому мы как-то вот, конечно, наносим определенные удары по инфраструктуре, по энергосистеме,
Но если, допустим, убивают наших мирных жителей на территории Белгородской области или территории Запорожской, Херсонской области, я все эти территории, которые вписаны в Конституцию Российской Федерации, ну, считаю нецелесообразно делить на какие-то старые или новые территории. У нас есть еще и будущие территории, которые непримерно войдут в состав Российской Федерации. Ще більше рупори Кремля збудилися від слів генсека НАТО Єнса Столтенберга, який дуже чітко сказав, що коли Україні постачають зброю, вона насправді вже не американців чи європейців, а ця зброя – українців, і вони мають право на самооборону. А право на самооборону включає удари по законних військових цілях за межами України, тобто по території Росії. Гібридна Третя мирова війна постепенно входить в гарячу фазу. Генеральний секретар НАТО Столтенберг призвав країни Альянсу зняти обмеження на удари западним оружием по території Росії. Речь не про новые территории, имеется в виду вся большая Россия. Доводы у Столтенберга железобетонные. Попадая на Украину, как он сказал, американское оружие перестает быть американским и становится украинским, так что ВСУ могут его использовать по важным военным целям, в том числе по авиабазам. Сам Столтенберг при этом чиновник, человек без военного образования и без собственной армии. Ну, то есть ответственность нулевая. Лавров, комментируя эту идею генсека, сказал, что у него нет компетенции для такого рода высказываний. Он превысил свои полномочия, как выразился Лавров. Но даже эти высказывания генсека не предел в эскалации. Шпигель сегодня пишет, что прибалтийское трио Латвия, Литва, Эстония, а также Варшава договорились ввести войска на Украину, если Москва добьется серьезных стратегических успехов. Речь, наверное, о взятии Харькова. За идею наносить удары западными ракетами по российским объектам в тылу уже официально выступила Британия, Польша и Швеция. На слова Столтенберга відреагував не лише коняка Лавров. Виліз зі свого бункера, щоправда, ненадовго, навіть сам Путін. Это задание, готовятся не украинские военнослужащие, а представителями стран НАТО. Ну так вот, эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государство с небольшой территорией, с очень плотным населением. И этот фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории. Это серьезная вещь, и мы, конечно, самым внимательным образом наблюдаем за этим. Хочеться вірити, що країни Заходу і справді розуміють, з ким ми маємо справу – з терористом, тираном, вбивцею. І на його дії потрібно відповідати тільки такими, які він розуміє. І, як говорив Зеленський, боятися ядерних погроз не варто, бо Путін надто любить своє життя.